Патрулируют улицы, и саратовские полицейские продолжают бороться с распространением в городе коронавирусной инфекции. С помощью рейдов правоохранители обходят центральные улицы, скверы, парки, торговые точки и другие оживленные места. Они останавливают людей с просьбой объяснить, зачем человек вышел на улицу. Ром, расскажи, много ли саратовцев нарушают самоизоляцию? Немного, но такие люди есть. По словам саратовцев, в основном они выходят из дома в случае крайней необходимости. Это работающие граждане и те, кому нужно выйти в магазин или аптеку. Как уточнили патрульные, они также объясняют людям, почему опасно находиться на улице, раздают специальные памятки. Во многих общественных местах из громкоговорителей звучит аудиоролик с призывом «Оставайтесь дома». Не обходят стороной автолюбителей, их также останавливают и разъясняют правила самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. Также напоминаем, что согласно последним изменениям в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, а именно в статье 6.3, предусмотрена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в виде штрафа для граждан в размере до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц до 500 тысяч рублей. Кстати, некоторые по-прежнему считают ограничительные меры лишними и ведут активный образ жизни. Выезжают на прогулки, устраивают пикники. Это тоже недопустимо.